Руководитель региона посетил один из МФЦ в Краснодаре. Не так давно не только в кубанской столице, но и других городах были замечания ко времени ожидания. Чтобы попасть к специалисту, люди часы проводили в очереди. Как изменилась ситуация, сегодня Кондратьев поинтересовался у самих кубанцев. По их словам, сейчас ждать приходится не больше 15 минут. При этом, как отмечают в свою очередь местные власти, растет как количество обращений, так и количество предоставляемых услуг в МФЦ. Только в одном этом МФЦ каждый день в среднем проходит 1500 человек. Я считаю, МФЦ себя оправдывает. Оно сегодня очень хорошо интегрировалось в жизнь. Оно сегодня находит, в принципе, положительные все отклики у горожан и в целом у жителей края. Но я думаю, это и есть тот путь, по которому мы пойдем. Теперь просто надо усовершенствовать, делать определенные апгрейды и все, и двигаться по этому направлению. Это, в принципе, то же самое единое окно. Сразу после посещения многофункционального центра Вениамин Кондратьев собрал краевое совещание в администрации. Один из главных вопросов на повестке – организация работы МФЦ на Кубани и своевременное предоставление госуслуг.